Он здесь. Боги, спасите. Он пришел убить меня. Он здесь. Здесь! Здесь! Помогите! Помогите! Защищайте императора! Я, Нерон, Август Германик, приказываю вам защитить императора! Он здесь. Помогите, я приказываю. Император, враг прорвал оборону дворца. Меня не волнуют варвары. Меня волнует он. Я отведу вас в надежное место. Надежное? От этого демона не скрыться. Нужно отвезти вас в надежное место. Ваши покои. В покое? Нет, нет. В сокровищницу. Сюда. Сюда. Быстро. Вперед. Ну, вперед же. Вот. Вот. Быстро. Дамокл восстал из мертвых, о боги. Дамокл. Дамокл миф. Лишь люди убивают людей, император. Боги могут направлять нас, но они не вмешиваются в дела смертных. А? И какой же великий оракул вам это сказал, генерал? Мой отец. Здесь мы в безопасности. Да, здесь мы в безопасности. А. Я молю богов, чтобы мы были в безопасности. О, здесь безопасно, император. Насколько это возможно? Да, слава богам, а? А ты, как твое имя, солдат? Марий. Но мое имя не важно. Важна моя история. Отец говорил, что судьбу дают боги, но путь мы выбираем сами. Ваша судьба быть императором, а моя — солдатом. Честь моего отца привела его к служению народу. Но что привело нас на наш собственный путь? Что сделало нас такими? Моя история началась 10 лет назад. Отец! Марий! Рад снова видеть тебя. Как я выгляжу? Как настоящий солдат Рима? Выглядишь отлично, сын. Добро пожаловать домой. Добро пожаловать. Ты знаешь, куда тебя отправят? В Александрию. О, Александрия. Такая тихая провинция. Мама будет рада. Я стал солдатом не просто так, отец. Я хочу сражаться, как ты, за империю. Всему свое время, сынок. Всему свое время. Сынок, запомни, что врага можно встретить не только в бою. Отец? Марий! Дай взглянуть на тебя. Красавчик. Мам, не надо. Твоя сестра хочет тебя увидеть. Скоро увидит, любимая. А сейчас мне нужно поговорить с сыном наедине. Хорошо. Пойду поищу твою сестру. Тебя что-то беспокоит, отец?
Что ж, позже поговорим. Теперь покажи, чему научился. Печальный, но великий день. Сын впервые победил отца. Возможно, ты овладел мечом, но не надо встречать мир с ним. Вначале приходи без оружия. Пройдемся, сын. Я слышал, что время нынче неспокойно. Да, пришли опасные времена. Эти выборы могли бы многое изменить. Даю это тебе, как и твой дед когда-то отдал это мне. Когда придет время командовать людьми, вспомни мой рассказ. Легенды гласят, что Дамокл был великим воином. Признанным вождем огромной армии. Во время Великой битвы трусливые генералы бросили его. После смерти Дамокл попал в подземный мир. И Немезида, богиня мести, пришла в ярость от того, как обошлись с героем. Она вернула его на землю в облике духа мести. Центуриона в черных доспехах, который ищет генералов-предателей, чтобы покарать их. До сих пор многие командиры носят кинжалы с изображением Дамокла. Кинжал напоминает им, что они не должны бросать своих. Не то восставший из мертвых черный центурион отомстит им за все злодейства. Септима! Варвары! За мной! Сюда. Там твоя судьба. Беги. Все хуже, чем я мог вообразить. Ты должен спасти Рим. Спасти от них. Ублюдки! Ублюдочные варвары!
Я сделаю, как ты просишь, отец. Я спасу от них Рим. Пролью их кровь. Я командир Виталиона из 14-го легиона. Я сражался с твоим отцом. Если ты жаждешь крови, то я дам тебе ее столько, сколько выдержишь. Ты же из 2-го легиона? Да. Уже нет. Добро пожаловать в 14-й. Виталион проследил, чтобы я закончил подготовку и сдержал свое обещание. С 14-м легионом я пролью море крови. Остров Британия — мерзкое логово на краю Империи, дом ублюдков, которые убили мою семью и начали восстание, охватившее весь Рим. После моего перевода в 14-й легион мы должны отправиться на эти острова. Я отомщу, подавляя мятеж. Легионеры, приготовиться к высадке! Сухая земля и горячая еда ждут нас! Моряки, приготовиться к причаливанию! Центурион! Цепи поднимаются! Нам не удастся подойти! Вот будет разбит дребезги! Прости, мой друг. Бросай! Внимание, парни! Храбрец умирает один раз. А трус тысячи раз.
Мы уже пролили кровь варваров. И их кровь такая же, как у нас. Готов? Ко мне! Вперед! Командир! Сегодня мы потеряли много хороших солдат и офицеров. Мари, ты доказал, что можешь командовать. Ты заслужил уважение солдат. Так, возьми этот шлем. И надень его. Легионеры! Вот ваш новый центурион! Мари! 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 Хорошо, хорошо, спокойно! Спокойно, парни! Так. Вы знаете, чего ждать от этих варваров? Они раса бешеных, которые дерутся с нами, не жалея сил. Но они не знают, против чего сражаются. Рим! Цивилизация! Рим! Это порядок! Рим! Это сила! И здесь мы есть Рим! Командир. Армия варваров короля Освальда движется на Йорк. Генерал Комет и шестая когорта вступили в бой, но их судьба неизвестна. Соберите оставшиеся лодки и разгрузите их. Подготовьте солдат. Мы идем на Йорк! Наш поход на мятежные земли был кровавым. Продвижение замедляли бесконечные сражения с ожесточенными племенами. Некогда Рим принес на острова мир, торговлю и процветание. Мир был нарушен восстанием. Теперь мы наконец-то приближаемся к сердцу мятежа, где правят король Освальд и его дочь-воительница. Хорошо.
Разведка сообщила о большой, быстро надвигающейся армии варваров. Если мы столкнемся с ними, у нас не будет шансов. И тогда Йорк падет. Во имя богов! Этих тупых варваров больше, чем нас раз в 20. В открытом бою мы понесем тяжелые потери. Не будете атаковать? Их вождь, король Освальд и его дочь Будика, там, среди солдат. Если мы захватим его, вожди племен придут просить мира, чтобы получить его живым. Тогда Освальду придется преклонить колено и поклясться верности Риму. У бриттов тоже есть представление о чести. У них нет чести. Эти твари смеют стоять на пути римской мощи. Они заслужили возмездие. Нашего возмездия? Или твоего? Господин... Довольно! Мы подавим это восстание, по-моему, и не станем подвергать риску жизни добрых людей. Это понятно, Центурион? Понятно, командир. Отлично. Небольшой отряд проникнет в лагерь врага и захватит Освальда и Будику. Я поведу основные силы и отрежу их от подкрепления. А что мне делать, господин? Я ведь обещал тебе кровь. Ты захватишь Освальда и Будику. Прежде чем проведешь своих людей, тебе нужно разобраться с лучниками на Акведуке. Так что ты начнешь в одиночку. Понял. Это честь для меня. Вперед, к насыпи! Господин! Сдавайся! Или я прерву твой рот. Быстро! Довольно! С помощью богов мы бьемся во славу Рима. Но что это за слава? Бритты не пойдут на мир, если мы будем так с ними поступать. Должно быть, это претерианцы. Стоять! Друзья Рима, представляю вам Басилия, сына императора. Командир Виталион, поздравляю с благополучным прибытием. Явись вы чуть позже,
и могли бы пропустить все веселье. Надеюсь, ваш путь был не слишком труден. Господин, я бы хотел... Займутся мои претарианцы. Стража, схватить эту бритскую дрянь. Ваше Величество, я возражаю. Если вы не в курсе, мой брат Комат все еще не найден. Я намерен выяснить, что эти дикари сделали с ним. Мы, бриты, жили в мире при старом римском вождя. Но новый вождь Комат, сын вашего короля, ужасен. Он заслуживает судьбы, которая его настигла. Мне больше нечего сказать. Тогда мне понятно, что бриты не любят так, как мы, римляне. Ваша девочка. Она прекрасна. Парите ее, пока он не заговорит, или она умрет. Без разницы. Нет! Позвольте! Я... Ты смеешь! Как ты смеешь? Я сын императора. И я делаю все, что я пожелаю. Нет! Пожалуйста! Жальтесь над ней! Я скажу все! Вождя Комода продали рогатому королю из северных земель за стеной. Отпустите мою дочь. Прошу. Видите? Эти люди понимают только один язык. И это язык силы. Вы найдете своего вождя во тьме за стеной. Там, где угрюмые горы возвышаются над бездонными озерами. Там рыщут рогатые люди. Немногие возвращаются оттуда. О, как интересно. Командир Виталион. У меня для вас новое задание. Вы поведете своих людей на север к угрюмым горам и вернете моего брата. Стража, запереть пленников. Подготовьте людей! Вы слышали командира? Готовьтесь выступать! Центурион! Водный строй, парни! И не отставать! Мы идем на север. Да, господин. Виталион повел наши войска на север, далеко за пределы империи, на край мира. Нашими врагами были скорее яростные звери, чем люди. И даже лучшие легионы Рима не могли их покорить. Зловещие слова Освальда преследовали нас, пока мы погружались все глубже в беспощадную тьму. Там рыщут ужасные рогатые люди. Немногим удается вернуться. Этот форт Глоссоп. Ходят слухи, что это и есть ворота в ад. Место смерти и огня. Боюсь, то, что творится здесь, на краю мира, скоро обрушится и на империю. Засада! Все с моста!
Поднимись, сын Рима. Ты нужен империи. Солдаты, берите таран, сбросьте чучело! Этим займется Ваганчик. Вы двое. Убедитесь, что раненым хватает воды. Убивать раненых! Ну и дела. Мы заберем с собой оружие варваров. Иногда нужно смотреть внимательней, чем могут глаза. Молодец, Мари. Солдаты! Солдаты! Не стойте там, тупые свиньи! Вытащите меня! Вытащите меня быстро! Я полагаю, это наш славный лидер, генерал Комат? Да, сын императора. Вытащите меня отсюда, тупицы! Это приказ! Ваша победа и ваша честь, Центурион. Да, господин. Давай, давай, долбанный идиот! Дай мне свой плащ! Дай мне свой плащ! Мы шли на Йорк. Комат был в безопасности. Освальд готовился заключить мир. Я молился богам, чтобы это положило конец чудовищной бойне. Чтобы мы могли наконец вернуться в Рим. Я начал понимать, что командир Виталион не зря сомневался в смысле этой кампании. Сколько солдат отдали жизни, чтобы обеспечить эту победу. А я... Я так устал от этой бойни.
Правитель, я привел к вам Освальда, короля бриттов. Он отрекается от этого восстания. Он подчинится воле Рима и с этих пор будет биться только ради мира между нашими великими народами. Досточтимый Комат, мы просим лишь о справедливости для наших людей. Обращение как с равными. Чтобы все могли жить в мире. Чтобы все мы могли жить в мире. Перемирие с Римом. Воля императора! Мир императора! Ему нужен лишь королевский штамп на свитке, и мы сможем покинуть этот треклятый остров. Ваш император, мой отец, он мудр и справедлив. Это печать императора. Она знак его воли и власти Рима. Поднимись. Обними меня. Король Освальд, вот ваш мир. Нет! Как ты смеешь? Ты мерзкий, вонючий пес! Как ты смеешь? Вы видите? Видите, что бывает, когда мне перечат? Никогда не перечьте мне! От них Рим. На колени, псы! Чего ждете? Я сказал, на колени! Сейчас не время, Будика. Беги. Мой отец бог! И я бог! Повинуйтесь мне так же, как богам! Доставьте нас в гавань! Виталион! Приказываю обуздать эту мятежную тварь! Никого не щадить! Вы дорого заплатите! Мы убьем всех мужчин, женщин и детей! И исправим нужду на ваших могилах! Укрепить стены! Отбросить их! Давай! Закрыть ворота! Не пускать их армию любой ценой! Я командую здесь! Отбрось солдат на стены!
Мари, нам нужно время. Ты должен удерживать врага снаружи как можно дольше. Нам надо отправить всех горожан в доки. Сделай все, что сможешь. Встретимся у здания суда. Теперь иди! Я сдержу их, пока корабль не будет в безопасности. Нет! Ты должен уйти! Ты должен выжить! Сенат выслушает тебя! Ты же командир! Теперь иди! Дамокл был великим воином, признанным вождем огромной армии. Но трусливые генералы бросили его. Немезида, богиня мести, позволила Дамоклу вернуться на землю в облике духа мести. Центуриона в черных доспехах, который ищет предавших его генералов, чтобы покарать их. Дамокл. Мари Тит, ты генерал Рима. Я взял тебя с собой, чтобы ты защитил меня от Дамокла. Но ты и есть Дамокл! О, боги! Ты и есть Дамокл. Да, это я. И моя история близится к концу. Мной двигала одна мысль. Одно единственное желание. Желание мести. Мести императору Нерону, который прирезал мою семью. Мести его подлым сыновьям, предавшим мой легион! Чтобы осуществить эту месть, мне нужно было вернуться к началу своего пути. Вернуться домой. Опасности подстерегали меня на пути в Рим. Зло, поразившее Британию, чумой опустилось на город.
Голодные беженцы из некогда свободного Рима заполонили дороги, жалуясь на голод и жестокие пытки. Закон был низвергнут. Моей единственной целью стало вернуться в Рим и положить конец злу, который начал ты, Неро, чтобы не дать тебе уничтожить Рим, который я люблю, и вернуть его народу. Видишь ли, Марий, не всегда заклятый враг рыщет по дальним землям. Кто ты? Почему это случилось? Мой отец был героем Рима! Твой отец был великим генералом и популярным сенатором. Слишком популярным, быть может. А император завистливый и мелочный человек. Твой отец жил в служении Риму. Император Нерон служит только самому себе. Он ищет власти ради власти. Он считает себя богом. Холодный ветер севера прошептал ядовитые слова в ухо императора. Твой отец и подобные ему хотели вернуть Рим его народу. И император приказал убить их. В конце концов, так поступают императоры. Ростки его алчности проросли в двух его сыновьях, Басилии и Комоде. Он дал им силу и полномочия, которых они недостойны. Рим подводит своих детей, Марий. Ты важная фигурка в игре людей. И ты, как и мы все, должен сыграть свою роль. Дамокла, духа возмездия. Судьба империи в твоих руках. Спаси Рим. Спаси Рим от них. Мне нужно было попасть на императорский турнир. Разрешение мог дать лишь один человек. И я нанес ему визит. Дамокл? Я пришел на турнир. А! Ха-ха-ха! Ты гладиатор!
Легендарная броня. Изящный ход, да. Ты меня слегка... Только лучшие бойцы попадут на турнир. Надеюсь, ты сражаешься так же, как наряжаешься. Вот твой свиток. Не потеряй. Ты превратил убийство в искусство. А я вот творю по-другому. Вот некоторые из моих последних работ. Я только что завершил последнее... приготовление. Это дар моему отцу, императору. Прекрасная работа, если себя позволено хвалить. Здесь спрятан сюрприз. Небольшое отделение внутри головы, благодаря которому она будет плакать лучшим вином, показывая любовь к империи. Хотя она могла бы плакать чем угодно. Чем угодно? Кровь. Так много крови. Серые горы ослабили сенат. Улицы Рима окрасятся красным цветом крови. Я видела тебя во снах. Отпусти меня, если хочешь увидеть будущее. Павший герой Рима. Дух возмездия. Дамокл. 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 Дамокла убьет великий генерал Марий. А генерала убьет Дамокл. Но император Нерон может погибнуть только от своего меча. Ты не можешь убить его. Последние 10 лет
Я покорил все народы, которые посмели восстать против нас! Я величайший генерал из всех, кто руководил Римом и его народом! Сегодня вы имели честь? Да! Честь! Увидеть смерть каждого гладиатора, посланного против меня! Эти некогда великие и ужасные гладиаторы лежат перед вами, мертвые и сломленные, убитые мною, вашим генералом, лидером и спасителем! Аквилон, должен признаться, я взволнован более обычного. Чем, мой император? Этот Дамокл, он сражался весь день подобно льву, но все еще выглядит слишком сильным. Не беспокойтесь за сына, император. Да я не за него беспокоюсь, глупец. Я боюсь за свой кошелек. Я поставил на него целое состояние. Я подправлю шансы. Ваш кошелек в безопасности. О, так же, как и ваш, сынок. Ваш генерал! Ваш спаситель! Ваш бог! Ты говоришь, что защищаешь Рим. А кто защитит тебя от меня? Сделай последний вдох, гнилая тварь! Да что в тебя? Разве? Я не велик! Тишина! Вперед, Дамокл! Отомсти же мне! Здесь! Я Коммот, идиот! Нет. Я Коммот! Я Коммот! Для тебя представление окончено, Дамокл! Поймать его! Чувствуешь яд? Не могу рисковать, Дамокл, ты пойми. Я знаю, что бессмертен, но плебеи так непостоянны. Один твой удачный удар, и моя репутация может... Сделай последний вздох, Коммот. Я есть Дамокл!
Я есть возмездие! Ты будешь следующим! Убить его! Убить его! Убить его! Убить его! Убить его! Убить его! Я знал лишь одного человека, который мог так сражаться. Позволь закончить то, что начал твой отец, Марий. Быстро! Нам нужно выбраться! Сенат — лишь кучка испуганных стариков. Они не слушают ни правду, ни рассудок. Напрасно я предупреждал их о Британии. Комод задержал легионы. Не делал ничего. Пока огромная армия варваров сеяла разрушение в империи, приближаясь к Риму. Бриты? Да. Их армия выросла в 10 раз. Каждый, кто был против Рима, пошел с ними. Даже племена из дальних земель послали огромных боевых чудовищ. Император и Комод нажили врагов. Очень много врагов. По всей империи варвары видели, как мы ослабли при правлении Нерона. Они хотят уничтожить нас. Уничтожить империю. Без Комода они попросят командовать меня. Мне понадобятся лучшие, если мы хотим спасти Рим. Когда я решил, что это ты на арене, я подготовил вот это. Император должен умереть. И он умрет. Но вначале надо спасти Рим. Ты мне очень нужен, Марий. Сражайся за отца. Сражайся за легион. Сражайся за Рим. Боудика. Однажды ее судьба была в моих руках, но теперь она возглавляет армию из тысяч племен. Их огромные боевые чудища обрушились на наши врата. Грехи прогнившей империи пришли в столицу. Мы все должны ответить за свой выбор, Нерон. Но за твой выбор заплатит народ Рима. А, Боудика, ты билась не против Рима, а против Нерона, который убил наших отцов. И мы отомстим. Но если Рим падет, наш мир погрузится во тьму. Хаос опустошит цивилизацию. Но я этого не допущу. Готовься, Марий. Оборонительные сооружения города направят ублюдков на эту площадь.
Пускай их намного больше, чем нас, но в ограниченном пространстве это не главное. И, будь на то воля богов, Рим увидит еще один рассвет. Вот они. Держаться! Держаться! Этим грязным ублюдкам нет конца! Надо удержать их здесь! Стрелять по готовности! Я возглавлю контратаку. Нужно больше людей. Нет, я поведу в атаку. Ты не сможешь вернуться. Не могу же я оставить всю славу тебе, а? Марий, сын Рима, восстань. Время еще есть. Твоя судьба ждет. Оглянись. Как мне спасти Рим? Все потеряно. Не трать время, срывая лепестки. Срежь бутон. Будика. Будика.
Генерал! Мы не сможем их долго сдерживать! Будика. Господин! Господин, я не знаю, сколько мы еще... Боги нам не благоволят! Мы должны... Бежать? Ты бросил пост, чтобы сказать мне это? И ты бросил своих людей? Нас призвали боги. И ты хочешь сбежать? Мне бы убить тебя. Ты позоришь наших людей. Ты позоришь меня. Ты позоришь Рим! Клянусь, Центурион, Рим не падет. Не сегодня. Сегодня мы сражаемся. Дайте сигнал остаткам 6-го легиона. Пусть укрепят западный фланг. 5-й легион из старого квартала туда же. Я узнаю, что с 14-м встречу врага перед дворцом. Вперед! Понял. Первая линия должна держаться. Держаться любой ценой. Сдавайся! Прямо сейчас, Будика! Марий, сын Рима. Мы с тобой очень похожи. Судьба сделала нас врагами. Но в другой жизни... Быть может, в другой жизни. Не в этой. Да. Не в этой. Давай, римлянин. Давай. Центурион Север, ко мне! Покажите это с самого высокого места. Варвары увидят это и побегут. Мы победим! Раз ты здесь не ради моей защиты, то для чего? Ты приказал убить мою семью. Ты оставил Рим в развалинах. Все, что произошло, все эти ненужные жертвы... Тому причиной твоя зависть, тщеславие и гордыня. Стой, 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 стой! Ты не забыл пророчество Оракула? Император может погибнуть только от своего меча. Ты не можешь убить меня. Только я могу, ты сам сказал. Умоляю! Дай мне кинжал, генерал. Чтобы я мог хотя бы умереть, как император. Даже если и не жил, как он. Ты сказал, варвары побеждены. Значит, это не они бьют в дверь. Это мои преторианцы. Стража! Стража! Дамокл здесь! Он хочет убить меня! Защитите меня! Марий, мой дорогой, ты хоть представляешь, сколько проблем ты создал?
как сложно мне было собрать все эти кусочки. Леонтий мертв, мой император. Сейчас не время, Будика. Беги. Зачем? Все просто. Чтобы разрушить Рим и уничтожить это подобие цивилизации. Марий! Осторожно! Вы, смертные, играете в свои игры, а мы, боги, в свои... Но у игры есть правила. Oh!
со временем Рим излечился, а его цивилизация снова разрослась и расцвела. Город, спасенный невоспетым героем, простоит еще тысячи лет. Рим выстоит с того дня и до последних дней человечества.